Братан, если ты хочешь получить от меня роспись на свою страничку, то переходи по ссылке в описании, подписывайся на мою страничку и пиши то, что ты хочешь получить от меня роспись. А чтобы я тебе быстрее расписался, можешь просто пролайкать немножечко моих записей на страничке. Все ссылочки находятся в описании. Оу, это очень сильно опасно! Это очень сильно опасно! Так, оу, вау, 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 вау! Ай, ой! Кто проживает на днище ебаном? Желтая губка с веселым ебалом. Я один раз зашелся. Да, всем здорово, друзья. С вами, как всегда, Кузак и Яда. Это просто дичь какая-то сразу начала гонки. Яда отжигает по полной программе. Оу! Охренеть! Челики просто делают какую-то неимоверную хрень. Ну, я смогу рулить. Ян летит, Ян гонщик, спиди. Охренеть! Охренеть! Гонка реально очень динамичная. Сразу ставьте лайк. Как говорится, первые 30 секунд видео самый важный, так что лайк. Спиди гонщик под спидами, спиди. Я уничтожил весь твой NFS Underground. Все. Это как одичь. Реально на самом первом месте. Я почему-то 7-м еду, но я должен быть на первом. Я не знаю почему. Вот. А, нет, я на втором, Янчик, все хорошо. Не, ну то, что ты вначале отжег, я вообще охренел с этого. Это как это дичь. Что-то мне эта песня прям взбодрила вообще, прям я энергичный такой, прям. А у меня тоже твоя энергия передается прям по дискорду и все такое нормально. О! А, лечу, 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 давай! О, все, я долетел. Нормально, Ян. Ты реально какой-то слишком динамичный. Я офигеваю. Я, кстати, взял новую тачку Турант, и я надеюсь, что она покажет себя как нужно. Да ну! Не показала как нужно! Она не долетела! Потому что ты лох, а я бог. Ни хрена себе, какие сравнения. Бля, запарился. Чем выше задерешь нос, тем более упадешь, Янчик, пуканчик, нормально все. Едем. Оу-оу-оу, что-то мне скользко. Давай-давай-давай, в трубе опять. Ебой, гоу-гоу-гоу, летим. Отбой. Так, вот так вот надо подняться. Да она не долетает, Ян, я не знаю, как здесь долететь. У меня не долетает реально машина. Чё за бред? А я взял какую-то новую, она вообще не тащит ни хрена. Хотя у нее должна быть там эта управляемость, там вообще охрененная быть. Но как-то не особо, знаешь. Чё-то как-то не тащу. Кобыл из пруда. Ты, а тебе пишут то, что ты не ту тачку взял. По-моему, мизгонка реально. Я не знаю, что теперь делать. Давай, да давай, давай, ты смоешь. А как-то? Она просто не долетает, типа. Друзья, в общем, мы перезапустили эту гоночку. Теперь я взял XA21, и я готов порвать тебе, Ян. Ну что ж, ты готов умереть? Я готов. Что ты готов? Вы готовы, дети? У нее сейчас опять начнется эта хрень. Я не слышу. Точно, капитан! Кто пришел? Ебаный, желтая губка с веселым ебалом! Гоу, 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 погнали, гоу, гоу! Ты где там едешь, блин? Я на первом месте еду, а вы там лохи где-то позади меня все! Поняли, кто я? I'm so sorry! А ты чё, ты тачку как и у меня в прошлом раунде, что ли, взял, или чё? Да. Ты типа хочешь пройти, унизить меня? Хочешь на ней пройти, типа, да, такой крутой? Да, если я на ней пройду, я думаю, это будет чётко. Не, если ты на ней пройдёшь, ты тут меня очень сильно унизишь. Типа, блин, я постараюсь на XH-ке это пройти, потому что иначе, ну никак просто. Ну никак. Ну давай. Но скоро. Я надеюсь, что у на XH-ке получится. Если сейчас на XH-ке не получится, то все. А не! Смотри, как она полетела! Да, ну, полетел? Да! Я взял и полетел, я сейчас перелечу! Нет! Нет, 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 нет! Взял и полетел! Мимо всех полетел, и тех! Вверх. Да ну нахрен, с первой попытки! А я там. Телепонькал 5 минут. А, я. Что? Хочешь анекдот? Да, давай. Анекдот тебе Олимпиада, не хочет. Короче, финал соревнований по борьбе борется русский американец. Русский, короче, проигрывает, и тренер берет тайм-аут, дает советы. В коем случае не дай ему провести коронный захват, иначе не сможешь выбраться и проиграешь. Снова начинается бой, американцу, короче, удается провести захват, тренер русского падает в обморок. Когда очнулся, видит русский, принимает поздравления с победы. В раздевалке он спрашивает у борца: как тебе удалось вырваться? Он такой: когда у меня схватил, я увидел перед своим носом яйца и укусил их. Я это слышал, я это где-то слышал, Ян. Что-то подобное было. Ну и что, он отпустил? Нет, но ты не представляешь, на что способен человек, укусивший себя за яйца. Я не представляю, каково это. А прикинь, это реально какая-то жеза. То есть такие борются там. Яйца выскакивают. Это опа. Не, ну, по сути, если бы он был до этого, типа, был это... бы блогером, то бы он мог бы укусить за яйца, в принципе. Не, я думаю, это было довольно-таки жестко. Ну, вполне. Такой, типа, оу, фак.
О, май. Ой, развернула, развернула. Нет, давай едь. У меня пока все четко идет. Давай, четко, четкий поц. Четкий паца. Едем, 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 челик, едем. Не сдаемся, вдвоем. Миша. Короче, в США в полном автобусе едут негры и белые. Я ни в коем случае не расист. Между ними начинается потасовка. Ты уже забыл. Водитель останавливается, останавливает автобус, заставляет всех выйти и построиться перед автобусом. Спрашивает, в чем дело, негры. Блять, я не расист, отвечаю. Да вот полная дискриминация, нас негров постоянно унижают. Сука, заебали эти анекдоты. Где ты их берешь нахрен? Мы, белые, будем сидеться спереди, а вы назад садитесь. Ну типа белые, блядь. Водитель такой, да мне вообще пофигу, я дальтоник. Для меня вы все зеленые. А теперь... Зеленые, поняли прикол? А теперь все молча зашли в автобус и расселись. Светло-зеленые спереди, темно-зеленые назад. Бля... Блин, сложно, я про... Ну, это сложно очень было сейчас мне понять, потому что... На мосту стоят двое англичан. Да ты задолбал всю эту иголку попроходить, ты где там вообще едешь, еще мочи? Я тебя сейчас отвлекать буду. Я... У меня здесь как бы это... Блин, борьба за первую позицию идет, а он здесь мне про бабушек в автобусе рассказывает. Про бабушек. Каких бабушек, негров? Давай, воздушный карман, берись, сука, короче, на мосту стоят двое англичан и слышат вопли с реки. Помогите, я не умею плавать. Один другому, Джордж, да, умеете плавать? К сожалению, нет, я тоже, но мы же не орём. Я почти финишировал на первой позиции, это было очень сильно обидно, из-за того, что я хотел войти. Финишировал, сука? Да, я финишировал, пока ты там рассказывал свои несмешные анекдоты батл. Сидят, короче, два... Гоу, погнали! А знаете, что здесь будет? Здесь реально будет какая-то дичь, потому что мы будем скатываться с небес, просто с таких небес нечайших. Вот посмотрите, насколько мы сейчас просто далеко улетим. Охренеть! О, да, это самая суперная гоночка будет. Суперная. А за кем это я еду? За кем это я еду? Сейчас белая попка, а ты черная попка. Не надо ничего мне брать. Не надо, а то ты вообще сейчас улетишь в ядре неберения. Нормально так. Оу, это очень сильно опасно. Так, оу. Ай, ой. Закружились мишки мой. Я случайно, я подумал, что там надо было кверху, но я опять профейлил. Ох, просто, и теперь я первый, понял? Я сейчас буду вообще последним, наверное. Братан, братишка, знаешь, что хочу тебе сказать? Вот если ты не подождешь, то у тебя будет плохо в яичках. Бля. Слышал, какую рифму хорошую сказал? Это просто офигенная рифма. Да я пошутил, что ты, у тебя и так все хорошо будет. Спасибо. Ну так, на всякий случай, а то мало ли вдруг ты ведьма. Ты ж не суеверный, ты че? Какие ведьмы, алло, ты мне вчера затирал то, что ты не веришь в приметы. Типа там... В приметы я не верю, это когда кошка там перебежала. А это примету я сказал, я же типа Кузака, приметчик, нормально. Забудь, нормально. Кузака, приметчик. Кузака, Не, я не буду говорить это слово, ладно, минечик. Все-таки сказал. Не, просто риф очень хороший. Ничего такого. Просто вот. Никакого криминала! Никакого криминала, все хорошо. Ничего, кроме анала, да? Вот именно, да, Ян? Это по твоей части там уже. Это моя фразочка вообще-то. Ну, я и говорю, по твоей части. Я такими делами не занимаюсь, о. Кто знает тебя? Так, ну-ка, давай, не пиздесяти мне тут. Что, не... Не пиздесяти мне тут. Ага, я понял тебя, хорошо. Здесь только бустеров, как знаешь, как у тебя... Ладно, не буду никаких примеров проводить, как твоих бывших. Их не особо много. Бывших, я имею в виду, мужчин. А, их не было. Ну да. Шаришь, нет? Шаришь за это, нет? Ну да, конечно. Ладно, не буду троллить, у меня не особо что-то получается, потому что я сосредоточен на гонке, потому что у меня кое-какая там сзади пердусятина хочет догнать и обогнать. И у нее это неплохо, кстати, выходит, потому что у меня она перевалилась. Как говнище. Просто, понимаешь? Правда, как? Я не понимаю, как ты так мог. Зачем ты так хотел выпендриться передо мной? Я хотел сальтух, типа, сделать и такой, типа, Сальтух он хотел сделать, но он сделал только... Я догоню все равно. Не догонишь. Ну, погоди, заяц.
А? Ну погоди, заяц, или заяц, ну погоди, нормально. Сейчас ну, заяц. Погоди. Нормальная тема. Слушай, сколько чекпоинтов осталось? Еще несколько чекпоинтов, и будет заветный финиш, и тебе меня не догнать, потому что нас не догонят. Нормально. Я, кстати, что заметил? Я на своем аккаунте, На моем аккаунте. Я прокачал 34 уровня за полгода. За год. В общем-то, друзья, если вам понравились сегодняшние серии, то можете подписаться на наш канал. Серии выходят в 3 и в 6 часов по московскому времени, то есть 2 ролика по GTA-шке каждый день. Так что не пропускайте, подписывайтесь на каналчик, ставьте обязательно лайкусики и рассказывайте друзьям и оставляйте свои позитивные, душевные, хорошие комментарии. Вот. А с вами были, как всегда, робот синий и макака черная такая вот, да, нормально. Ян, просто Ян, ты заебал мне уже в комментарии. Ну, ну тогда просто Козака. И просто Ян. Все, друзья, подписываемся на канал, ставим лайкусики, оставляйте... Всем удачи, всем до скорого. Пока.